Омские коллекторы не имеют права требовать деньги с должников. С начала этого года служба судебных приставов контролирует действия коллекторских агентств. Работать с неплательщиками могут только те из них, кто вошел в государственный реестр. Он есть на сайте службы. Доступ открытый. Правда, пока ни одна из омских фирм даже не подала заявку. Так что, если вам позвонили с требованием вернуть долг, стоит зайти на сайт и проверить законность действий организации. Гражданам необходимо обращаться со соответствующим заявлением в службу. Доводы будут проверены. Если состав административного правонарушения присутствует, то будет вынесен протокол об административном правонарушении.